Всем доброго времени суток, и пришли ко мне, конечно же, наконец-то наушники, типа под AirPods китайские. Вот такие вот оранжевого цвета, китайские, стоимость у них $1.5-$2. Вот, такие, кстати, у нас в магазинах ВТБ продаются, даже дешевле, по-моему, ВТБ, там по 30 с чем-то гривен, не знаю, откуда они там у них едут, но... За такие копеечки, конечно, это очень-очень дешево. Но. Качество, конечно же, наушничков. Сейчас мы, значит, послушаем их. Посмотрим внешний вид, что это у нас за AirPods такие, типа AirPods. На самом деле не AirPods. Вот. Вот у нас поближе сейчас наушнички поглядим. Проводок у нас не такой бархатистый, как в оригинале. Резина вот такая вот у нас палочка осталась, 3-5 джик. Так, что-то он грязный какой-то. Ну ладно. Так, ну упаковка нам особо не интересна, отложим пока в сторону, сейчас будем их слушать. А и здесь у нас, конечно же, есть гарнитура. Вот такая вот гарнитурка у нас. Циркулация. Все три кнопочки. Прикольно. Так, хорошо. Смотрим. Я, кстати, наушники-то эти еще не включал, чтобы не портить. Значит, впечатление, чтобы не наигрывать потом на камеру. Вот. Поэтому если... я еще не знаю, как они звучат. Сейчас будем проверять. Так, заходим в AIM. И слушаем, как же работают эти наушники. Так, это у нас левое ухо. А вот у нас правое ухо. Одеваем. Так. Одели, ну сидят плотненько, если честно, очень даже плотненько прям ощущается, что в ухо сели хорошо. Вы знаете, я даже несколько удивлен. В принципе, играют неплохо, но тихо. Вот, а так очень даже хорошо. У меня есть мои наушники КОС фирменные. Они гораздо дороже, чем эти, стоят примерно 20 с лишним долларов. Вот. Играют очень громко, но не так чисто, как эти. А эти прям так неплохо. И бас есть такой хороший, и чистенько так играют, конечно. Я думал, будет намного хуже. А оказалось, нет, еще и неплохо так. Так что, в принципе, имеют право наушники на жизнь. $1.5-$2. Хм. Очень даже неплохое звучание. Вот. Так что и цена невысокая, и качество приемлемое. Так что, думаю, можно брать. Очень хорошее приобретение за такую цену. Вот. Не $25, конечно. Вот. Что очень хорошо. Но... И не так громко, как хотелось бы. Так что, хотя, в принципе, кто
шарит в телефонах, может зайти в инженерное меню и подкрутить себе громкость, если мало. Там это можно сделать. Так что, в принципе, это не проблема. Главное, чтобы наушники не репели. Так что, вот такие вот у нас наушники типа AirPods были на обзоре. Вердикт можно брать. В принципе, все неплохо. Так что, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо. Пока.